Приветствую вас на канале «Час ремонта». В этом обзоре расскажу про газонокосилку Champion LM4627. Подпишитесь на канал и активируйте колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов. О лучших ценах и актуальном наличии вы узнаете из подборки ссылок. Ее оставлю в описании. Буду рад вашей поддержке, комментируйте видео и ставьте лайки. Компактное устройство способно работать в интенсивном режиме в сложных условиях, поэтому такую модель приобретают коммунальные хозяйства и службы облагораживания и озеленения ландшафта. Современный прочный металл, из которого изготовлен режущий инструмент, позволяет быть уверенным в надежности такого узла. Ножи на протяжении длительного периода не тупятся и не изнашиваются. Частой замены этих деталей конструкции не потребуется. Нож состоит из двух лопастей, которые в сочетании с высоким положением металлической деки позволяют прибору засасывать обрезки растений и мелкий мусор с газона. Эта особенность делает очистку участка наиболее эффективной. Газонокосилка бензиновая Champion LM4627. Этот представитель самоходных устройств способен эффективно обработать газон площадью до 16 тысяч квадратных метров. Современные технологии изготовления позволяют значительно упростить эксплуатацию и уход за прибором. Модель собрана на базе 4-тактного бензинового двигателя OHV производства фирмы Champion. Важным условием комфортной работы является самоходность агрегата. Благодаря этой особенности прибор берет на себя большую часть нагрузки. Производитель установил привод на задние колеса, что означает повышенную проходимость и возможность преодолевать небольшие преграды на пути устройства. Чтобы установить подходящую высоту скашивания, достаточно использовать один рычаг. Регулируя высоту, можно визуально выровнять газон. Такой набор преимуществ выделяет эту модель среди аналогов и делает ее выгодным приобретением в хозяйство. Проанализировав отзывы, я выделил основные негативные и позитивные моменты. Сейчас поделюсь с вами. Начну с отрицательных. На мокрой траве не хватает мощности. Нет ручек для удобного хвата при переноске. Неудобно сливать масло. Теперь перейдем к положительным. Легко заводится. 4-тактный двигатель. Масло отдельно, бензин отдельно. Самоходная едет хорошо. Легко настраивается высота скашивания. Выброс травы в бок. Травосборник заполняет хорошо. Неровности проходят отлично. Скорость оптимальна. Обратная связь важна для меня, поэтому поддерживайте канал лайками и комментариями. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. Чтобы не пропустить новый обзор, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. До скорой встречи на канале «Час ремонта».